Сейчас в данное время мы стоим на гидротехническом сооружении, где распределяется у нас по магистральным каналам поливная вода. Поливная вода у нас берет, источником является речка Ларча, которая мы стоим на месте. Тут идет основное распределение поливной воды по районам. Это Октябрьский район, Первомайский район и Свердловский район. Магистральный канал называется Нижний Транзит. По магистральным каналам Нижний Транзит идет распределение по второстепенным каналам, это разводящим каналам, где поливная вода уже распределяется по улицам, по районам и по МТУ. Поливочный сезон у нас начался со 2 мая. Это влагонакопительный полив. Это влагонакопительный полив идет в парках, скверах и зеленых насаждений, которые находятся в парках и скверах. Полив производится у нас каждый день. Поверхностный полив – это арочный полив, как вы видите, идет по оросительным системам. Поливочный водопровод идет по поливочным водопроводам. Источником орошения являются скважины, которые у нас в городе есть. Там комбинированный полив идет дождевание, это опрыскивание методом дождевания и опрыскивания. А капельный полив идет методом точечного полива. Имеется в виду по саженцам, где вот у нас произведены крупномерные посадки. Также идет у нас автополив, где по автополиву в машинах есть цистерны, где-то наполняется водой и поливаются труднодоступные места, например, клумбы, где не может достать арочная сеть, и также нет отсутствия поливочного водопровода. Там используется у нас автополив. В среднем у нас по арочной системе расходуется где-то около 3 кубов литров в секунду, это по магистральным каналам. Также у нас по автополиву идет в среднем на каждый полив 10 машин. У нас производится поливы по автополиву, это утреннее и вечернее время. А одна машина сколько тонн? В одной машине где-то около 5-6 кубов воды. Также у нас используется поливочный водопровод со скважины, где у нас расположена поливочная система, поливочного водопровода, более 80 километров, протяженность составляет более 80 километров. Там поливается в основном зеленое насаждение, это газоны, зеленые посадки и так далее. Я хотел бы дополнительно еще обратиться к нашим горожанам, нашим жителям столицы, чтобы они заключали с нами договор, имеется в виду с участка водного хозяйства, муниципальное предприятие Бишкек Зеленхоз, на получение поливной воды, где указывается график подачи поливной воды, объем подачи поливной воды и также по каналу, где идет распределение поливной воды.